Пациенту, о котором пойдет речь, диагноз ВИЧ был поставлен в 2003 году, а в 2012 у него обнаружили редкое онкологическое заболевание – лимфому Ходжкина. Он прошел курс химиотерапии. Также ему провели трансплантацию стволовых клеток от донора, обладающего определенной мутацией генов, которая обеспечивает иммунитет к ВИЧ. В результате у пациента наблюдается длительная ремиссия. Нет ни признаков онкологии, ни наличия ВИЧ. Для того, чтобы вирус ВИЧ эффективно проникал в клетки и заражал, нужно не один рецептор, про который известно всем, это CD4, а два. CD4 и второй рецептор CCR5. По первому рецептору вирус иммунитет человека узнает ту клетку, к которой он должен прикрепиться и проникнуть, а второй рецептор обеспечивает его проникновение. Если мы изменим структуру вот этого рецептора CCR5 так, чтобы вирус ВИЧ его уже не узнавал, даже прикрепившись к клетке посредством рецептора CD4, то такая клетка будет к вирусу нечувствительна, вирус в ней не может проникнуть и не сможет размножаться. Пациенту пересадили стволовые клетки от доноров с мутацией гена CCR5. ВИЧ защищает лимфоциты, взаимодействуя с рецептором на их поверхности, который кодируется геном. Но очень небольшое число людей обладают мутацией гена CCR5, дающей устойчивость к ВИЧ. При наличии такой мутации вирус не может проникнуть в клетку. Тем не менее, он сохраняется в организме человека. Я не думаю, что этот способ будет распространен повсеместно, хотя бы по той причине, что современная антиретровирусная терапия, она достаточно эффективно позволяет держать вирус в узде, и если человек ВИЧ-положительный будет принимать по определенному графику препараты, то это позволит ему жить точно так же, как и всем нормальным людям, и не сделает его каким-то ущербным в плане здоровья. Пока для врачей важнее всего как можно раньше выявить ВИЧ у пациента и назначить ему антиретровирусную терапию. Это, с одной стороны, предотвратит дальнейшее распространение инфекции, а с другой – обеспечит носителю вируса продолжительность жизни, близкую к нормальной. Камиль Гемоздинов, Мурат Хафизов, Универньюз.